День семьи, любви и верности был учрежден в 2008 году. Тогда вся Россия впервые отметила этот важный для Института семьи праздник. Многие молодожены сейчас мечтают сыграть свадьбу именно в этот день. Однако в Каннском ЗАГСе на 8 число было всего 14 окон для регистрации. В связи с тем, что это время было объявлено уже по началу года 2023, конечно, пары хотели бы зарегистрировать свой брак именно 8 июля. Но учитывая то, что слоты времени не всегда могут быть свободны, очень много было подано заявлений именно через портал государственных услуг, что, конечно, помогает молодым выбрать и любой орган ЗАГС, и время. Слоты были открыты с февраля месяца, но, несмотря на это, Денис и Анастасия, которые подавали заявление также в феврале, выбрали 7 июля. Говорят, и дата красивая, и для них особенная. Ну, во-первых, сегодня у нас с моей супругой годовщина. 2 года, как мы знакомы. Ну и тем более, завтра в преддверии праздника Дня семьи, любви и верности. Красивая дата, 07.07. Это особенный день для нас с мужем. В общей сложности за 2 дня в Каннском ЗАГСе узы брака заключат 28 семей. Татьяна Блинкова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Каннск», 5 канал.